Здравствуй, дорогой чат. Вот сегодня мы с тобой выходим в эфир, так скажем, с максимально необычным для нас контентом. Это просто максимально неоднозначная передача, которую мы сегодня будем с тобой смотреть на нашем канале. Насколько я понял, ты давно устал от вот этих вот, знаешь, стримов с матюками там и прочих вот таких подобных элементов, и тебе хочется, возможно, я не знаю, ну, может быть, как-то, знаешь, отвлечься от работы и вместо новостей посмотреть какую-нибудь максимально классную, потрясающую передачу. Да? Мне кажется, ты именно ждал таких выпусков у нас на канале. В общем, про лайки. Спасибо огромное, ребят, что не забывайте прожимать лайкосики. Это очень помогает развиваться каналу и расти, собственно, ему, что игровому, что этому основному. Сегодня в виде эксперимента мы с тобой записываем реакцию на новый выпуск. Передача «Мама в 16». Это 8-й выпуск. Насколько я знаю, это крайний выпуск в этом сезоне. У нас главная героиня будет Арина из города Кирсанова. Вот. Ссылочку на канал, где выходит оригинальная серия, ты можешь найти внизу, значит, под видосиком. Если тебе интересно, заходи, смотри, там куча всего интересного ты можешь для себя найти, если ты любишь, конечно, подобный контент. Вот, во-вторых, специально для передачи, чтобы выглядеть более молоденьким, я побрился. Видишь, какой классный? Вот, поэтому усаживайся поудобней. Бери там, не знаю, бутерброды, чай, кофе, чем-то там, вот это вот, там, устраиваешь себе вечер, значит, чем забиваешь живот. Но обязательно помню, что все надо в меру, вот. Главное, не передай, на ночь это такое себе. Короче, пойдем с тобой смотреть эту передачу и, собственно, узнаем. Может быть, мы узнаем что-то новое, да? Может быть, мы откроем какие-нибудь тайные, секретные секретности, да? А может быть, кто-то, когда посмотрит эту передачу, сделает для себя какие-то выводы в хорошую сторону, либо в более хорошую сторону. Может быть, люди как-то будут, я не знаю, смотреть на мир, например, ну, может быть, с другой какой-то стороны. Вот. Поэтому хорошего тебе просмотра. А на Твиче я не поменял название стрима, да? Действительно. Русик, спасибо за подсказку. А, секундочку, чатик. В общем, присоединяйся, хорошо тебе просмотра, мы начинаем, мое почтение, здравствуйте всем, пойдем. Готово. И сюда. Хорошо тебе просмотра, чатик. Жду твои комментарии и максимально мне интересно послушать твое мнение. Сейчас, подожди, секунду. Подожди, на паузу. Сейчас, чатик, подожди, я забыл, знаешь, что я забыл? Громкость же мне надо сделать нормально, чтобы все было не громко. Джонни с маршмеллоу. Мягкие, как зефирки. Я не хотел ничего рекламировать, но что начинается? Короче, по громкости вроде нормально, поэтому я думаю, что, собственно, нормально. Погнали. Так, вот так. Какая душевная музыка. Ой, как мне нравится уже начало, понимаешь? Что в этом есть? Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16 и кажется, все еще впереди. Но взрослая жизнь начнется раньше. Максимально для тебя неожиданно может начаться, понимаешь? Страны. У каждой своя судьба и свой выбор. Стать мамой в 16. Решение, от которого зависит. Давай вот так чуть-чуть потише сделаем. Слушайте, если честно, я сам не ожидал, что у нас на канале появится такая потрясающая передача. Итак, насколько я понимаю, это Арина из города Кирсанов. Из города. Из города. Мне 16 лет, я живу в городе Кирсанов, Тамбовской области. Кстати, на новый канал переехали, мама 16, если ты не знал. О себе я не люблю, поэтому могу охарактеризовать себя коротко. Я ленивая, так. Я ничего не хочу делать, я хочу постоянно лежать в телефоне. То есть вот так вот даже? В скучном городе особо некуда. В Кирсанове нет ни кафе, ни торговых центров. Слушай, но мне кажется, это на самом деле во многих городах так, нет разве? Москва большая и красивая, там возможности больше, там здания большие. Там кроме как весной, типа. На каждом шагу есть магазин. Не то, что в Кирсанове.
Не, ну мне кажется, в Кирсанове тоже можно поискать. Крутые тусовки в ночных клубах, ведь зависать я люблю. И когда в Кирсанове проходят дискотеки, я забываю свои лени и бегу на них. У нас, знаешь, еще один момент, какой есть, есть огромное нереальное количество различных дверей. Главное, нормально, чтобы... Да. Первое. Дискотеки — это весело. Там и куча народу, и познакомиться есть с кем. Там можно оторваться и забыть вот просто о всех комплексах. Можно так оторваться и так все забыть, что на утро потом сидишь и в шоке. Типа, что произошло? Самый больной момент для меня. Меня и учителя обижали. Одноклассники — это вообще атас. Слушай, одноклассники, они вообще ужасные. Типа, вот, своих вспоминают. Такие вообще жесткие. Я пыталась сначала понять, за что меня так ненавидят. Ведь я ничего плохого не делала, никого не трогала. Но потом поняла, что подружиться с одноклассниками не получится. В смысле, не, ну может быть, ей чуть-чуть больше 16 уже, может, там уже как бы спустя какое-то время, типа там после прохождения какого-то, не знаю, там, период беременности, может, там все это дело. Но ты знаешь, на самом деле, сейчас некоторые... Так скажем, люди, которые учатся в школе, они не выглядят на свой возраст. Иногда смотришь, они прямо идут такие здоровые, понимаешь? И там думаешь, ё-моё, сколько тебе, 28, типа? Не, вполне вероятно, что 16, почему нет? Потому что я всегда говорю, что думаю в глаза, и им это не нравится. Мне просто нужно уметь себя защитить. Кстати. Именно поэтому я записалась в секцию по самообороне. В кабину двоечку. В кабину двоечку, понимаешь, хочет пробивать. Молодец. Давайте. Правильно, молчать не надо. Мама же не могла защитить меня перед одноклассниками и учителями. Первое время, когда я жаловалась ей, она приходила в школу, говорила с учителями, но потом она вообще мне сказала, что я сама во всем виновата. Парень провокатор, то, что учителя просто так с пустого порожня не будут переливать. Подожди, то есть она специально записалась на бокс, то есть она провокатор и записалась на бокс, и она, то есть байтила, получается, преподаватель, это, ну, типа... Зачем она записалась на бокс, интересно? Если она провокатор. Как, вот, что ты думаешь по этому поводу? Какие у тебя вообще пока что мнения есть? Вот, что ты думаешь вообще по этому поводу? Она сама прогуливала школу, вела себя плохо. Ей там было неинтересно. Вот если бы я ее в клуб отвела, она бы там осталась. Мою маму зовут Наталья Александровна. Ей 37 лет. Она всю жизнь работает продавцом. Зарплата у нее 60 тысяч рублей в месяц. 60 рублей в городе? Это считается много. Слушай, ну это вообще нормально, мне кажется, для города Кирсанов, я думаю, много. Я не чувствовала от нее поддержки и заботы. Ну, мама меня оскорбляет. Она иногда говорит то, что я там плохая, то, что я некрасивая, что я страшная. Может быть, у нее ненависть из-за того, что я похожа на отца. Я даже не знаю, куда мне спрятаться пока что. Мне было 4 года. Но я помню, когда отец был просто поудобнее, понимаешь? Это было ужасное время. Родители выясняли отношения на моих глазах практически каждый день. Ну, у меня детство, то, что вот все в побоях, все в крови. Не, ну вот отец это ужасно, на самом деле, да. Если вот переживаешь в детстве он такие, типа, травмы, это, ну, типа, максимально некомфортно, мне кажется. При детях я собралась детей и ушла. Моего папу зовут Дмитрий Витальевич. Ему 36 лет. Он сейчас живет в Тамбове. Мне кажется, ничего не может оправдывать такие действия, да, по сути? После того, как родители развелись, мы с отцом не общались. Но пару лет назад, когда я сильно поругалась с мамой, я решила назло ей уехать к нему жить. Ну, когда я приехала... Вот теперь понятно, зачем она записалась на бокс, чтобы пробивать двоечку в кабину, понимаешь? Вот сейчас вот это максимально сразу стало понятно. Кто там? Долбится ко мне. Кто-то долбится, понимаешь, сзади. У меня хотят штырить мой кофе, наверное. Ни он, ни жена его. Я слышала, что она там что-то говорила, тише, кто-то звонит, и не вышел никто, ничего не сказал. Несмотря на то, что папа обижал маму, да и фактически наплевал на меня, я всегда мечтала о полноценной семье и об отцовской любви. В моей жизни должно быть мужское внимание, защита, опора, которые мог бы сходить и заступиться за меня. Этого мне как не хватает. Слушай, как хорошо, что здесь запикивают, да? Это прямо это нормальная тема. Алине. Она, когда папа уходил от нас, была еще совсем маленькой и ничего о нем вообще не помнит. Я знаю о нем только его имя,
И все. Мама мне про него ничего не рассказывала. Мне бы не хотелось о нем. А, то есть она, получается, типа не застала те времена, да? Лет. Я бы что-то прослушал. Она учится в 8 классе. У нас с ней отвратительные отношения. Она зануда и ябеда. Но маме это нравится. И она говорит, чтобы я брала с нее пример. Моя сестра злая, невыносимая. Я ее терпеть не могу. Посмотри на сестру. Она и учится, и профессию себе выбрала. А слушай, максимально удобно, кстати, лежать вот так на кровати и чебуром закидываться. Это, кстати, вот не то, что мы с тобой, понимаешь, когда стримчики смотрим, взяли там кофе, там вот это за столом, за компом сидишь, что-то играешь, там и пытаешься жить. Вум, старый добрый чебур берешь, и нормальная тема. Ты посмотри на нее. Ну, она учится, и хорошо, пусть учится. То есть, как бы, если... Не, ну вообще молодец. Хорошо, это не значит, что она добьется чего-то в будущем. Она, тут... может быть, сейчас доучится, там, 9 классов. А потом, да, так, а, хрен с ним, пойду на склад. Там дом лежать, мои мозги выносить. Вот тогда, например, мама поймет. Особенно часто не, ну, приводить здесь, конечно, пример, типа... мама стала последний год. Ведь она до сих пор не может мне простить, что я после 9 класса не захотела учиться дальше и забрала документы из школы. Я почувствовала облегчение, что все, что наконец-то я закончила школу, которую я не могла терпеть, только... Блин, вот она когда подрастет, она, мне кажется, наоборот, будет лучше намного отзываться про школьные годы, понимаешь? Потому что вот сейчас вспоминаешь школу и думаешь, как же это было круто, на самом деле, понимаешь? У нас для тебя большая новость. Ну-ка. Проекты канала Ю будут выходить на новом YouTube-канале. Который называется «Мама в 16», наверное. Потрясающе. Ты смотришь все серии? Мне кажется, ты все серии любишь смотреть, да? «Мама в 16». Подписывайся и смотри любимое реалити в любое время, только тут и раньше всех. У меня были планы поступить в колледж внутренних дел и стать полицейским. Но с этим у меня не сложилось. Мне надоело готовиться к нормативу. Так она же сама сказала, что она была хулиганкой и прописалась на бокс. Естественно, подозрительно все это уже. Я считаю, что... 9 лет, отучилась и хватит. Итак, в смысле? Теперь подожди, я сижу дома и ничего целыми днями не делаю. Только время от времени хожу на дискотеке и постоянно ругаюсь из-за этого с мамой. О, нагулялась? Да. Ты что дверь ломаешь? Я не ломаю, постучалась нормально. Постучалась нормально? Да. Ты где была? Гуляла. Ну вот иди гуляй дальше. У меня вот это вот... Нормальная тема, да? Подожди, а у него не было ключей с собой, но тебе беспалево открыть, как бы, нет? Арина меня не слушает, совсем неуправляемым стал. Никак вообще. Мама Арины Наталья Александровна. Ругание там, наказывание. Она считает себя взрослым. Ну, мне кажется, в любой, практически в любой семье, мне кажется, дети плюс-минус в этом возрасте, они считают себя взрослым уже, да? Типа, они хотят какой-то самостоятельности, там еще каких-то моментов. Ну, вообще не удивительно, в принципе. А ведь я действительно уже взрослая. У меня осуждаю вандализм. Это Коля. Ему 24 года. А Колька графитчик, смотри, граффити как долго. Он подсел ко мне в маршрутке и начал заигрывать. У вас баллончика краски не будет, типа? Глаза красивые, волосы тоже. И баллончик краски торчит из кармана. Вот мне Коля изначально не понравился. Что-то он страшный. На самом деле он страшный. Но Коля сразу узнал у меня номер телефона. Начал постоянно звонить. Допустим. Комплименты говорить. Не, я просто в парнях не разбираюсь, как бы. Ты ухаживал. Поэтому оставлю это без комментариев, знаешь. Давай, чтобы не отвлекать, я чуть-чуть вот поменьше подсвечку сделаю. Вот так вот. Каждый день хотелось увидеться. Коля работает в Москве, занимается проектированием офисов в банке, зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц. Слушай, он красавчик, вообще молодец. Тратит у него две недели рабочих и неделя выходных. На свои выходные он приезжает в Кирсанов. Что-то типа вахты? Вместе. Правда, недолго, потому что он всегда уезжает домой к маме в поселок Балыклей. Это час езды от Кирсанова. Нравится мне там жить все. Хорошо, удобно, весело. Мама весело, задорно, говорят. Магазинов нету, говорят, ну, там. Там, эх. Родственники тоже. Село Олину маму зовут Татьяна Николаевна. Ей 50 лет. Что? Она работает упаковщиком на птицефабрике. Зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. У Коли также есть старший брат и две старших сестры. Но они уже живут своими семьями. Колины родители тоже расстались. И отец зачем так? Жить в Москву. Ну, это же эксклюзивные фото вообще, какие-то были, семейные, наверное. 22 года. Пить, да, пил. Безбожно пил. Орал на детей.
Извините за выражение. Такая пришла на передачу. А, без ним, да, такая? Я рада тому, что он просто от меня ушел. Ну, поначалу мы вроде с ним общались нормально. К нему в Москву приезжал. С ним там гуляли. Новый год даже справляли иногда вместе. А потом что-то как-то... Я дико извиняюсь, подожди. Я или что-то сейчас прослушал, или неправильно как-то себе интерпретировал. Он куда приезжал? Куда он приезжал? К ее отцу? Нет, я честно, я прослушал, я, может, как-то не так понял, но окей, есть что поправить. Общение усугубилось. А, ну хотя Новый год отмечали, наверное. Понимание. А вот с мамой у Коли прекрасные отношения. Он постоянно спешит как я так домой, чтобы ей во всем помогать. Это, конечно, правильно, но мне хочется, чтобы он больше времени проводил со мной. А еще меня бесит, что Коля меня со своей мамой не знакомит. Я не понимаю, почему Коля может, не знакомит со своей мамой. Так не извините. Не знаю, может, он не стесняется. Подожди, то есть, не особо. А сколько я ему уверен, лет? Он в свои года уже зарабатывает в Москве с АТМ? Поэтому работает две недели через неделю. Слушай, мне кажется, вообще нормальный, перспективный зато жених. Зато со своей мамой я Колю познакомила сразу. И он ей даже вроде понравился. Нормальный парень. Взрослый, она с ним изменилась, стал спокойнее. Но у всех есть парни в этом возрасте. И я разрешил. Но вот последнее время у нас с Колей отношения испортились. И вот уже как месяц он даже не приезжает в Кирсанов. На выходные остается в Москве. И меня это жутко бесит. Да, что звонишь? Ты чего трубки с меня перестал брать? Занят, дела, работа. Ты вообще я соскучилась. Я боюсь, что в Москве у Коли появилась другая баба. Конечно, косарь. Ой, сука, косарей в месяц рубят. И, естественно, что ему еще делать? Чтобы он был со мной. Может, штука Коля, шарей, конечно, нормально. Решил меня бросить, но у него теперь сделать это так просто не получится. Ведь я жду ребенка. А все, как бы. Попадос, Колян. Колян, колясик, братулец, а все. Привет, с вами Юлик, мы находимся в Питере. Нужно, в смысле? Конечно, флексить немножко. Часы, $50,000. Какой Юлик? У нас с Колей отношения развивались быстро и стремительно. Уже через неделю после знакомства мы Опа. С ним занялись любовью. В подъезде? Впервые. Вы серьезно? Подожди, а коврик специально там сейчас был, нет? И постепенно я как-то уже, я не в смысле, помню, прямо вот, вот я оказалась везде. Вот на этом я коврике, который в подъезде сейчас был? На любовь. Это так романтично. Я ну, сперва, в смысле, конечно, надписи, я имею в виду. Я не про ковер в подъезде. Мне 16 лет. Вот. Ну, потом подумал, ведь 16 лет это как-никак уже тоже человек взрослый. Уже, говорит, человек, действительно. Голова на плечах обдумать это решение. После того раза сексом мы стали заниматься при каждой встрече. Маме я, конечно, не рассказывала о том, что больше не девочка, ведь я ей обещала, что... Не, ну здесь хотя бы, понимаешь, тут хотя бы кровать какая-то. Поэтому ей, ну, типа не коврик в подъезде, как показали более, изначально. Сразу не, может, у прелюдии какие-то были, я не знаю. Коля отказался использовать презервативы. Очень зря, Колька. Теперь будешь знать, братан. Он говорил, что с презервативом... Резиновые изделия номер два, но очень важно, на самом деле. Вообще никаких не будет. Ну, я как-то... предохраняться особо не люблю, мне это не нравится. Очень-очень никогда зря. Никогда их не использовал. И... Потому да, что был первый раз. А я и настаивала, ведь на самом деле я очень хочу создать с Колей семью и родить от него ребенка. Я планирую то, что я забеременею и буду жить с Колей. В смысле, как можно в 16 лет это планировать? Ну, в смысле, в 16 лет надо планировать, наверное, ну, получить образование, я не знаю, в смысле, планировать, чтобы... Но вот уже около двух недель, как у меня не начинаются месячные. Не, а ну еще окей, я типа. Вдруг стала какая-то слишком. У каждого свое мнение. Мне постоянно стали слезы. Там меня обзовут и сядут плакать. Я почитала в интернете, что задержка и перепады настроения – верный признак беременности. Поэтому не стала ничего ждать, а просто купила тест. Сделала его и увидела долгожданные две полоски. В смысле долгожданные две? В смысле... 16 лет долгожданные две полоски. Мама типа. Была дома и заметила, что я... Мне кажется, желанные две полоски, покажи. Знаешь, лет в 35, типа, когда ты такой, все, карьера есть, там, дай-ка вот тебя вот мама вот. Убьет. Не убьет, не умничай. Я не умничаю, просто ты... Да, может, ты... Еще посмотрим. Я считаю, что Риша полная...
потому что... Обменялись с любезностями такие, лет, знаешь, типа... Какая беременность? Вот эта сестра у меня говорит, эй! Она не готова стать мамой. Сама ничего не понимает. Я, конечно, понимаю, что мама меня просто убьет, поэтому я ей пока ничего говорить не буду. Больше сейчас я переживаю из-за реакции Коли, ведь он пока ничего не знает о беременности. Ой, я переключил куда-то. Мама мне рассказала, мама меня просто убьет, поэтому я ей пока ничего говорить не буду. Больше... Подожди, это она типа ждала реакции, ну типа, она ждала, что выйдет передача, он потом посмотрит и выпустит реакцию, типа, на передачу? Ну, как бы такая, знаешь, братан, я в передаче снялась, ты там кое-что узнаешь, типа, посмотри обязательно вот это, потому что там будет очень интересно. Он такой, потрясающе, надо обязательно подождать серию. Да? Могло такое быть, как думаешь? Вот и я хожу. Я переживаю из-за реакции Коли, ведь он пока ничего не знает о беременности. Пытаюсь ему дозвониться, но он сбрасывает звонки. Давай чатик Кирсанов выключим. Кирсанов, он уже почти месяц не приезжает. Небось, с каким-нибудь дружком в Балыклее тусуется. Понятия не имею, как мне теперь с ним связаться. Да вот, думаю... А мобильных нету? Как ехать в Кирсаново решать. Галящик, в смысле, у тебя мобила нет, братан? Разойтись по-мирному. А как, ну, в смысле у них? Я свободный человек, привык сам все делать. Она, Господи, там подожди, как это работает? То есть он хотел с ней замутить, начать какие-то отношения, они вот это вот... шашлыки жарили без резины, так скажем, да? А сейчас он такой внезапно, типа спустя там пару недель там или там месяц, да, он такой, да ну нет, типа все, я об этом уже не планирую, я об этом... Как это в голове внезапно у него очутилось? Человек вроде взрослый, который работает, зарабатывает соточку косарей, понимаешь, в Москве. Это тебе как бы не вот это вот все, угу. То жить вместе, то еще что-то. Слушай, Галян, ты интересный персонаж. Ну, человек, в смысле. Когда мама пришла с работы, Алинка, естественно, сразу же наябедничала. Я понимаю, у меня сестра... мама все равно бы узнала, но хотя бы не так быстро. И у меня было бы время собраться с мыслями и что-нибудь придумать. И сейчас такой чапалах, знаешь, прилетает. Дайте эта сумка по голове. Рожать, что делать? Ты что, с ума сошла? Нет. Тебе 16 лет. В 16 лет. Об учебе надо думать, понимаешь? Ничего не случается, и вас нет. И все. Ты вообще как собираешься? У тебя ничего нету, ни образования, ни мозгов, как оказалось, вообще нет. Мам, рожу и воспитаю. Роди, воспитай, но чтобы была одна полоска. Да. В смысле? Я тебе все сказала. Ну, это типа как? А я сказала, не будет. Типа... Пойди сюда, я не договорила. В обратку? Все, до свидания. Отыграть, типа? Я в шоке. Ей 16 лет. Какие дети? Она сама еще ребенок. Если честно, я вообще не удивилась маминой реакции. Я знала, что именно так все и будет. И это она еще не знает, что Коля не выходит на связь. А Колясик вообще, он загасился, пипец. Не хватает. Это Колясик, конечно, не некрасивый поступок. Но потом пришла в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить. Ариш, как так вообще получилось? Ну вот так, захотелось мне детей. Вот так вот, вот получилось. Ты понимаешь, просто решили пожарить картошку и пожарили, но нет того, типа. Пока срок какой? Я не буду делать аборт. Завтра пойдем в больницу, узнаем, и по-быстрому сделаем, и все, никто не узнает. Никого не будет аборт, все, иди отсюда. Нет, да. Я тебе сказала. До завтра. Завтра в больницу на аборт. Не пойдем в какой-то. Разговор окончен. Я против аборта, потому что это живая жизнь, и убить ее... Это то же самое, что ты возьмешь ножку и зарежь человека. Не, ну... То же самое. Какое материнство, я не вижу, чтобы был 16 лет. Она не сможет быть матерью. Тем более Коля быть отцом. Слушай, ну, если по факту вот... если по факту вот со стороны ее матери, типа, она же на самом деле, ну, довольно-таки адекватные вещи говорит. То есть, по сути, как бы, ну, ребенок, работы нет, там, ничего нету. Плюс она еще скрывает от матери, что чел гаситься начал, понимаешь, вот это вот все. Ну, типа, ее тоже можно как бы понять, понимаешь? Я вижу... Один вариант – это аборт. Я считаю, что это нормально. Мне все равно, что говорит мама. Не, ну как бы это тоже не совсем нормально. Я буду рожать. Но если человек решил, мне кажется, право как бы человека. Я поняла, что мама от меня не отстанет. Поэтому утром я встала раньше всех и по-тихому смылась из дома. Пусть мама сама идет в больницу, если еще хочет. Еще и по тапкам дала, понимаешь? Я позвонила подруге Веронике и договорилась с ней о встрече. Я беременная.
А мама с Колей что сказали? Коля гасится, а мама вах. Всегда отправляет, а Коля на связь не выходит вообще. В принципе, все как всегда. Знаешь, я поддерживаю сторону твоей мамы. Рано. Блин, молодец, потом поддержала, спасибо. Мне вот сейчас на данный момент обидно. Я хотела поддержки хотя бы от Вероники, но она тоже от меня отвернулась. Я не понимаю, почему мне все. Мне кажется, Вероника просто сидит такая. Это ж не конец, просто это в шоке такая. Наоборот. Что, я типа, в смысле кого? Когда зло так и перед подожди, очень даже интересная передача, между прочим. Я решила еще раз попробовать дозвониться до Коли. И на этот раз мне повезло. Да когда приедешь? Мне надо с тобой поговорить. Да Коля все, он по тапкам дал. Ну, в смысле? Как раз завтра на поезде в 12 будут в Кишиневе. Тоже... А, вот, то есть он на поезде приезжает. Видишь, нормальный тип, он не загасился, нормальный тип. Я верю в то, что завтра... Заднюю вроде не дал. Когда мы с ним увидимся... Будет рад беременность моя, я ему об этом скажу. Коля максимально охренеет, слышишь? Он недавно только сейчас рассказывал, что типа он просто хотел потусить, а тут он типа передумал, понимаешь? Он просто передумал. И она сейчас ему выдаст вот эту вот историю, типа, да, про беременность. Он такой скажет, камон, я зарабатываю 100 тысяч в месяц в Москве, типа, зачем мне это все надо? Ну, мне так кажется, я не знаю, что будет дальше, конечно, но типа это капец. Он несколько раз по пьяни... Доводил так, ну это реклама передачи. Погнали дальше. Встреча с Колей. Что там по Коле? Пересекаться с мамой. А утром опять убежала и сразу поехала на вокзал. Еле дождалась 12 часов. Как же я по нему соскучилась. Ну что ты меня не целуешь, не обнёшь? А колясик где уже это? Гасится, мне кажется. Колясик уже все типа, шифруется. Что случилось? Да, подумал, расстаться надо. В смысле? Ты серьёзно? Да. То есть как без резины вот это вот все мероприятие. Я с тобой сама хотела поговорить. То есть это для него нормально было, а сейчас смотри. Такой типа, а пу-пу-пу и все, а все, ты братан, а видишь, все как бы. Слышь ты, говорит. В смысле, ты, а подожди, слышишь, такой он вообще, он недавно рассказывал, что он такой потрясающий, ему нравится вот эта вот дама, знаешь. Что он любит без резины, в подъезде у них какой-то романтик был, и сейчас такой, типа, не, мне дети не нужны, я решил свалить. В смысле? Брат, братишечка, в смысле? Что, как? Интересный персонаж, все-таки. Забрать и на похвал себе оставить. Ну какой похвал? Это банально. Меня это так взбесило, у меня злость, агрессия на него. Это, говорит, банально. Прямо на месте. Банальщина какая-то. Какой ребенок, типа... Десятый, типа. Подняться, ну, типа. А потом уже дети. Подожди, а чем ты думал, когда ты без резины вот это все мероприятие устраивал? Даже не знаю. Он вообще, типа, не думал об этом, да? Пусть сама и разбирается. Ощущения, говорит, не те. А вот сейчас как тебе ощущения? Не. Дружище. Не в мою вахту, так сказать. Неохота. Не в мою, говорит, вахту. Мама? Не в ту шахту. У меня просто опустились руки, и я начинаю думать, что, возможно, мама была права. Я сейчас с Колей разговаривала. И чё? В общем, он в меня тест кинул и ушел. И чё теперь делать? Не, а всё? Что угодно уже можно делать, мне всё равно. Пу-пу-пу, вот как ничего бы. Другого я не ожидал. Я знал, что так всё повернётся. Вот она, видишь, она научена опытом, как бы, она же, ну, типа, херню не скажет, по идее, наверное. Я не знаю, что мне на данный момент делать, потому что я осталась одна. И сейчас просто в максимальном шоке. Я об аборте в какой-то степени, что я сделала аборт. Потому что я не нужна. А чем вы, друзья, думали... Вот утром мы с мамой поехали всего в вот клинику. Этого, как бы. Ночью я вообще не спала, все время плакала. Чисто как, лишь бы как мне бы очень вымзить, обидно, да? Что вот, Коля вот, так типа... отреагировал и что бросил меня, несмотря на беременность. А еще я поняла, что все колясик, равно хочу родить этого ребенка. Угу. Да, беременность есть. Слушай, а с другой стороны, что молодая мама, как бы, вот это. Но... Ей тридцатки не будет, ребенка уже будет подростком. Два! Что значит? А это... Что значит? Это все. Это дуплет. Да, действительно, у вас двойня. Жестко, слышал. По размерам эмбриончиков у вас сейчас 8-9 недель. Сердечки обоих эмбриончиков бьются. Двойня, а тип решил слиться. Приколи? А тип решил слиться. Жесть вообще какая-то. Я чувствовал себя виноват перед тем, что вот я больше хотел оставить дело за это. Двоих детей. Не, ну молодец, что передумала, как бы, мне кажется, что нет. Доигрались? Двое да детей. В шоке. Что ты теперь делать собираешься?
Воспитывать, растить. Все, я не хочу с тобой разговаривать. А в итоге бабушка будет троих растить, понимаешь? И ее, и двоих вот этих вот, и всех как бы. Мама, конечно, продолжает меня пилить, но про аборт больше не заикает. Конечно, двое, ни хера себе. Я, несмотря на весь ужас ситуации, решила рожать. Трудно поверить, что у меня уже скоро закончится первый триместр беременности. Чувствую я себя паршиво, так как у меня начался токсикоз. Меня воротит не только от самой еды, но даже от ее запаха. И колясик тоже гасится, наверное, так и на связь не выходит, да, типа? Сам не звонит и на мои звонки не отвечает. Я очень скучаю по нему и по-прежнему верю, что он просто испугался ответственности и со временем все поймет и вернется. Мне кажется, он просто решил по-свенски поступить, как бы, нет? Обожает, что ну, наверное. Скучает по мне, фотографии мои пересматривает. Я думаю, что у нас будет все хорошо. А мне кажется, нет, как бы, вообще абсолютно. Мне кажется, он вообще не думает об этом, судя по его поведению. А ты что думаешь? Что ты думаешь? Проверят на пороке развития. Я много читала о всяких разных проблемах при беременности двойней, и поэтому сейчас очень переживаю, все ли с ними в порядке. Так, у вас монохориальная двойня. Кого? Оба малыша соответствуют вашему менструальному сроку. Сердечки у обоих малышей бьются. Моно что? По ультразвуку у нас с вами все хорошо. Скрининг заключает в себя, помимо ультразвука, еще сдачу крови. Совокупность этих двух мероприятий у нас получается скрининг. Ага. По результатам скрининга я с вами созвонюсь и расскажу, что делаем дальше. А как вообще беременность протекает? Все нормально? Беременность протекает хорошо. Малыши развиваются хорошо. Я рада, что у меня с детьми все хорошо. Я счастлива. Потому что в интернете я начиталась всяких ужасов. То, что двойни, то, что там срастаются они, не срастаются. И мне стало страшно, и я ждала, чтобы слышать слова, что все хорошо. Конечно, страшно станет. Тем более, когда в интернете вот всякую дичь вычитывать, это, ну, типа, провал, мне кажется. Так хочется поделиться с ним радостью, но телефон по-прежнему не отвечает. Колясик там закончился. Похоже, он добавил меня в черный список. Не знаю, как мне все это выдержать. Мне кажется, Коля там по крышке уже где-то в другом месте перебывает, нет? Они с мамой часто сплетничают. Я знаю, что про мою беременность и Колю тетя уже в курсе. Коля Арин послал, ничего не надо. Как ничего не надо? Ничего не надо, говорит, иди, где-то там встретились, там поругались. Ну, попробуй его припугнуть. По-хитрому как-нибудь. Ну, кстати, а да, можно сказать, колясика, как бы... А, ну тут... Надо в полицию тебе. Ну, тебе говорю, все было побоюдно, но он же не насиловал. Что я им там скажу? Ну да, как бы ничего не предъявишь, понимаешь? Ну, я попробую его припугнуть, может, подействует. Он так этот хлопенький, послушный. Может, нужно поговорить с Колей, напугать его. Что-то мне подсказывает, что Колька-то не запугается. Жил семьей, и все нормально. Он скажет, да мне пофиг, я ничего не знаю. Не знаю, о чем они говорили с тетей Катей, да? Но сразу как она ушла, мама попросила у меня Колин номер телефона. Наверное, собирается ему позвонить. Ну и хорошо. На меня он трубки не берет, может, хоть маме ответит. Мне кажется, он загасит. А, они... Слушай, он решил трубку взять, приколи. Мне нужно с тобой поговорить. Ну, хоть трубку взял, не засал, как бы. Я все сказал. Я тебя очень прошу приехать и поговорить со мной. Это важно, очень. Ну, давайте на следующей неделе поговорим, так как я в Москву скоро уезжаю. Ладно, когда приедешь с Москвы, тогда и встретимся. Ну, я встречусь, конечно, и поговорю. Ну, стрёмно, конечно, то, что я услышу, но бегать я точно не буду. Так тебе и, блин, чувак, тебе и никто не говорит, типа, бегать куда-то. Тебе просто говорят, братик, приедь, вот это вот, пообщаться, типа, и все. Мама мне рассказала о телефонном разговоре с Колей, и всю неделю я с нетерпением ждала, когда же они наконец встретятся. И вот сегодня утром мама сказала, что Коля приехал и готов встречаться. Что думаешь по поводу Коли вот вместе, этого? Но мама не разрешила. Как считаешь, он правильный или не? Мне кажется, не, неправильно. То, что это там важная разговор будет важная встреча, и поэтому я оставлю дома. Разговаривать с Колей я хочу одна. То есть он, смотри, приехал. Она эмоционально себя воспринимает. Не зассал, как говорится. Она будет только мешать.
Что теперь делать будешь? Ну, как получилось? Вообще-то я не планировал. Это, может, она планировала. Я ей говорил, что... В смысле ты не планировал? А ты еще не знаешь, что у нее будет двое? Ну, так он вообще думал, мне кажется, и про предыдущую историю, что это типа шутка была. У тебя два пути. Или жить с Ариной семьей, или в тюрьму. Я не шучу. Ты меня понял? Мне кажется, он не поведется на это. Чтобы Арина этого не знала. Не знаю, почему. Надеюсь, у тебя голова на плечах есть. И ты меня услышал. Я не шучу. Я в шоке, чё. Я просто говорит. Ну, а какой теперь ты есть выход? А все. Полицию как-то неохота, да и сидеть тоже неохота, так что. Тем более по статье-то такое, да? Он очень испугался. Он не хочет в тюрьму, поэтому он будет делать, что мне сесть. Когда мама вернулась, ничего толком не рассказала. Просто сообщила, что все прошло хорошо. Я надеюсь, что разговор мамы с Колей пойдет у него хорошо, и что он вернется. Да, там, конечно, она максимально знает, интеллектуально пообщались, типа, до него донесли правду, так скажем. Он, конечно же, просто послушать решил. Его потом победили. С начала второго триместра токсикоз меня резко отпустил. Я стала нормально есть и чувствую себя отлично. Я делаю... все, что делал в обычной жизни, забывая о том, что я беременна. Коля пока так и не объявлялся. И если честно, я уже начала терять надежду. У мамы спрашивать ни о чем не хочу. Думаю, она сделала все, что смогла. Там нормально, мне кажется, она даже не сделала. Кто звонит? Коля. А самое... Да. Самая подстава, знаешь, в чем? То, что она не знает про разговор, который вот, ну, типа, мама на нее замутила-то. Она думает, что колячка такой, знаешь, типа, вернется такой, еще по чесноку вот это будет, там, тыры-пыры. А Коля-то там на низком старте сидит на панике, прикинь. Ну, типа, ни хрена себе, такую вот историю мы, как бы, предложили. Два, говорит, пути у тебя, либо вот так, либо... Ну, естественно, он же сам сказал, ну, придется, говорит, терпеть, что мне, типа, еще делать остается. Поэтому здесь, как бы, ну, такое, вроде как бы и... героиню, типа, знаешь, обманывает, а вроде как бы, с другой стороны, вроде что-то полезное попыталась сделать. Типа, в дальнейшем-то это может быть теоретически во что-то может перерасти в нормальное, но пока мы об этом не знаем с тобой. Алло. Алло, привет. Привет. А чего ты звонишь? Да, поговорить надо. Встретиться. Мне интересно, он впалит, что ее ма запилил вот эту историю или нет? Да, хорошо. Ну, ты сходи, беги себя там хорошо. Не надо там ему ничего. Не выделывайся. Поговори нормально. Да, хорошо. Надеюсь, что мы помиримся, что мы будем вместе, что у нас будет своя семья. Главное, в кабину ему не пробивай, потому что на бок, что он пытался записать. В кабину, главное, не надо двойку. Еле дождалась, когда появится Коля. Но ему решила свою радость от встречи не показывать. Ну что ты звал? Расставил все точки над «и», короче. И решил помириться, может быть, дальше что-нибудь будет. Ну просто так чисто попробуй решил, знаешь, стараться. Типа, что бы да, как да нет, вместе? Нет, как бы. Ну, как бы, да. Ты такой, знаешь, здорово, брат, братишечка. Такой у нас будет семья. Бортанул такой по боку, типа. Первое, что понял, моя семья. Я, конечно, благодарна маме за то, что она поговорила с Колей, но думаю, что он и сам просто осознал, что любит меня и хочет растить наших детей вместе. Я по-настоящему счастлива. Эх. А когда узнаешь вот эту вот настоящность, понимаешь, там все будет уже, мне кажется, не так радостно, типа. У меня уже 21-я неделя беременности. Чувствую я себя просто прекрасно. У меня появился небольшой живот, а недавно я почувствовала шевеление. Если вот, как врачи объясняли, в животе шевелится один ребенок в одном месте, то здесь у меня их два, и они у меня в двух разных местах могут шевелиться, как будто по всему животу. Ага. Нет, я просто не сразу понял. И поступила в техникум пищевого производства. Правда, учусь я там пока дистанционно, и мне это нравится. С Колей у нас все хорошо, хотя он практически здесь не появляется. Так он только в Москве тусит, наверное, и все. А приезжает только на редкие выходные. Мне его очень не хватает. Извините. Я хочу с ним жить, я хочу свадьбы, я хочу, чтобы он мне сделал предложение, чтобы мы просыпались вместе, чтобы я ему готовила кушать. Что мы воспитывали детей? Подожди, а как его почти нету, если он приезжает на неделю с вахты, типа?
Раздолбайничье, да, получается, да? В принципе, приезжать даже не особо охота. Ну, колясик. Сегодня у меня второй скрининг. На нем я узнаю пол детей. Я очень хочу девочек. А Коля говорил, что хочет мальчиков. Да, ну, Коля вообще в шоке с ситуацией со всей. 98% однополые двойня рождается. Поэтому будь кто будет. Наконец-то я узнаю, кто там у меня живет. Мальчики или девочки. Так, ну что, сейчас посмотрим, кто у тебя здесь. Хоть бы девочки. Как они там что видят? Вот я не понимаю. Вот я здесь вижу мальчиков. Там экран, там все размыто. Где? Вот... А я буду сама там. Вообще в упор не вижу, где там. Там же, ну, корнишоны должны быть какие-то, типа, видно, нет? Скорее всего, что будет кесарево сечение, потому что... Там же ничего не понятно. Хорельная двойня, то есть одна плацента. В связи с этим роды разрешают путем кесарево сечения. Ну, мальчики так мальчики. Мальчиков нам не хватает в семье. Надо разнообразить девочек мальчиками. Доктор также сказала, что с моей беременностью все хорошо, и что малыши развиваются соответственно сроку. И это самое главное. Как только я вернулась домой, сразу решила позвонить Коле, чтобы обрадовать, ведь он хотел мальчиков. Да, привет. Алло. Да. Кстати, интересно, он переиграет в итоге свое мнение или нет? У нас будет два мальчика. Понятно. Ну, типа, ну окей, ну да. Мальчики, два мальчика. Ну, бывает, типа, знаешь. Ну, прикольно. Ты когда приедешь? Через день. Типа, а да, нет, нет. Матери окей, помогать. А может, я с тобой поеду к твоей маме? Я с ней познакомиться хочу. Давай, приеду, поговорим. Мне кажется, что его отношение ко мне несерьезное, потому что его мама скоро станет бабушкой, и сразу двух детей. Но он меня с ней знакомить не хочет. Хорошо хоть, что он приезжает. Надеюсь, мы поговорим. Решим. Мне даже интересно, вот что будет дальше. И начнем, наконец, нормальную совместную жизнь. В итоге он переобуется в дальнейшем? Или все-таки примет вот этот, ну, типа, факт, который уже... Ну, вот, поставили его перед фактом. Чувак, все, двойня, типа. Вот что он сделает в этой ситуации? Вот что думаешь, чат? Что думаешь? Здорово, Джон. Счетчики не забывай на ютубе прожимать лайк, это важно. Коля наконец-то приехал в Кирсанов. Мы уже второй день не расстаемся. И для меня это настоящее счастье. Я так хочу, чтобы он не уезжал, и мы всегда были вместе. Коль, когда мы жили? Ему можно было нарисовать кое-что другое на спине и отправить его на загар. Ну, типа, ну, загорать, знаешь, вот эти лампы, вот ультрафиолетовые. Ну, а чё, за его проступок, так скажем. Ты меня вот этим вот своим... Я скоро заработаю. Ладно, не то, что проступок, а косяк. Никогда. Нехорошее если поведение, может быть, так будет правильно звучать. Хорош. Успокойся, Вась. В кабину как даст ему, типа. Я сказала, ты снимешь для нас квартиру. Если ты не снимешь, ты сейчас... Вот так вот. Я ушу, Ну, сейчас точно в кабину выхватит, смотри. Давай. Смотри, уёживый, говорит, отсюда, братан. Не хочешь квартиру снимать? Вали, говорит, нахер отсюда. Смотри, дебильные отмазки, то, что нету денег и все такое. Мне это категорически надоело. Подожди, он же сам сказал, что он зарабатывает 100 косарей, типа, или 100 косарей плюсом, работая в Москве всего лишь 2 недели. Типа, 2 работает, неделю отдыхает. То есть, ну, типа, как вахта получается, да? И для города, в котором они живут, для Кирсанова, типа, даже 60 тысяч, которые зарабатывает ее мама, типа, это считается пипец, типа, нереально огромные деньги. То есть, приколи, он с соткой приезжает в Кирсанов, в этот город, например. Ну, по идее, он же может вообще каждую дверь просто с ноги вышибать, типа, и такой, чё, кто здесь, чё, кого? Ну, правильно? По идее. Ну. Вот вместе, почему мне с ним жить вместе? Почему он этого боится? Ну и... Отсюда, чтобы мои глаза тебя не видели. Ну, а что ты ведёшь себя как... Как ты? Ну, уже получше. Так, а что тут происходит? Ну, что это за... Руки распускай. Я со мной жить не хочет. Я сколько раз говорил, чтобы себя так вести не надо. В смысле? Она беременна. Она наёживает. У неё уже приличный срок. Он же не говорил жить, он сказал, я квартиру не буду снимать, типа. Не связался. Нет? Если бы можно было, конечно, все вернуть, я бы даже эти отношения не начинал бы. За свои поступки надо отвечать. Может, он был обол, слушай, но... Я не знаю, пока вообще непонятно ничего, типа.
Все бесполезно. Кто-то наеживает однозначно. Коля снова ушел, и я чувствую, что он никогда не будет со мной. Мама меня успокаивает, говорит, что все наладится. Но я в это не верю. Я позвонил Коле, договорился о встрече. Хочу с ним все обсудить. Насчет будущего вообще, совместного проживания. Какие вообще планы? Коль, вам надо расписаться. Если тебе не нужны проблемы с полицией. Дородов, ты должен снять квартиру и обеспечить... Смотри, парнишка-то нервничает, смотри, ножки-ножки-то да, подрыгивает. Есть будущих детей, чтобы вы были мужем и женой, и дети расшли. Она его так запугала, понимаешь, он стоит там такой на панике, такой, зачем я вообще в это вписался, типа, во все, прикинь? В подъезде зажег, нормально? Все, у них только один вариант жить. Романтично, хули. Расписаться с семьей. Я не вижу каких других путей. Либо я не по-детски. Ну, конечно же, придется ее расписываться после таких заявлений. Конечно, как бы, братан, тут все, типа... Коля мне неожиданно... Без вариантов вообще, абсолютно. У меня особо нет настроения его сейчас видеть, но поговорить нужно. Вдруг он понял, что был неправ. Да, ничего он не понял, мне кажется, типа... свое поведение. В смысле, что он там может понять? Если он изначально сказал, я все, я не хочу. Зачем она мне? Подарок, примирение. Чтоб ты опять пропал, примирение. То есть его опять же пугали, видишь, он идет на какие-то положительные моменты. Решил, говорит, подарок подогнать. На роспись подать. Только роспись и все? Ну, а что еще-то? Ну, я хотела свадьбу, хотела красивые кадры. Хотела там, не знаю, фату, платье, как у всех. Кстати, по поводу красивых кадров, красивые кадры как раз вот двое появятся через несколько месяцев, вот потом они подрастут, это будут, видимо, кадры еще те, потому что два пацана, это, прикинь, два пацана-близнеца, это размалово полнейшее. Чтобы гости были, чтобы было все классно. Свадьба — это дорого, давай просто распишемся, и все. Я все равно счастлива, что Коля осознал, что он делает мне предложение, что я стану его женой, а свадьбу потом отметим как-нибудь. Я, конечно, не так себе представляла предложение. С учетом, что Коляську запугали и в первом случае, и во втором уже, типа, что надо жениться, расписаться, мне кажется, он вообще думает, пипец, куда мне деньги ныкать, понимаешь? У него просто панические атаки, мне кажется, каждый вечер перед сном уже начинаются. Руки и сердце, но это не так уж и важно. Главное, что мы наконец будем по-настоящему вместе. О, 15 недель, слушай, это почти рядом уже. Кстати, где город Кирсанов находится? Сегодня у нас с Колей какая очень область? Важный день. Тверская, Тульская? Мы станем мужем и женой. Он специально взял в Москве 4 выходных, чтобы расписаться и побыть рядом со мной. На роспись мы пошли вдвоем. Мама работает, а больше нам никто и не нужен. А сестра уже и так обзывала, типа, на букву «Б», да, вот этим всем. Я очень рада, что этот день настал. Наконец-то я буду его женой, он теперь от меня никуда не убежит, никуда не денется, он теперь только мой. Так, знаешь, наша ручить таким... Я как-то не особо этого хотел. Ну, из-за проблем на что только не пойдешь. После ЗАГСа мы пришли домой. Мама накрыла праздничный стол. Правда, никого кроме нас не было. Даже Алинка и та ушла на какие-то очередные курсы. Ну и хорошо. Она бы только все испортила своим занудством. Какие планы теперь на будущее? Где жить собираетесь? Ну, как бы... Ну, мне кажется, это надо на месте и... вот этой тети, а ему порекомендовать какие-то планы, да? Там с планами у него вообще проблематично уже, мне кажется, думать. Я жду, когда твой муж будет теперь уже муж законный, будет помогать. Покупать своей беременной жене фрукты, витамины. Ты прикинь, какой он просто он на панике, честно. Мне кажется, он вообще на панике, на жесткой. Ну, следующий, как я получу, тогда вам скину. У него никогда нет денег. Я ему оплачиваю дорогу. Постоянно дают денег. В смысле? Он же зарабатывает, типа, огромные бабки, типа, как он сам сказал. Нет разве? Что мама по этому поводу думает? В смысле? Она ему еще дает денег на проект? Кому он? Вы серьезно? Вопрос надо подготовить. Так, Ким. Дай мне номер ее. Я сейчас ей скажу. Вот и познакомлюсь. Не надо. Нет, дай мне номер телефона. Я хочу, чтобы она была в курсе, что ты женатый человек. Подожди, я дико извиняюсь, как это работает?
То есть он запилил двойню с ней. Они поженились, типа, расписались. А у него родители даже, типа, не в курсе, типа, а сын-то все как бы попал. Попал в оковы, понимаешь, вот эти вот семейные. И мне кажется, что он все-таки жестко наеживает, потому что, типа, если бы он зарабатывал 100 косарей, типа, почему у него нет денег на съем квартиры в городе Кирсанов, в этом, не знаю, там, где цены, наверное, на жилье вообще ни о чем, типа. И почему ему дают денег на проезд? Ну, что за фигня какая-то? И что-нибудь, внуки? Как говорится, говорил, там уже сами думаете. Алло. Здравствуйте, Татьяна. Ну, сейчас Татьяна будет. Это кто? А я мама Арины. А Арина это кто? Знаю, что сказать вам. А вы в курсе, что у вашего сына будут дети от моей дочки? Такого быть не может. Это бред. Действительно, какие-то сказки, типа. Он ее законный муж стал. Вы знаете? Ну, вообще-то, вы в курсе? Я даже не знаю, что вам сказать. Я вам больше скажу. У них будет двойня. 25 недель беременности уже, это точно. Я звоню, чтобы что-то решить с вами. Прикинь, его мамашка вообще в шоке, типа. В лютейшем причем. Вы мне больше не звоните. Этот бред я слушать не буду. До свидания. И загощилась тоже. Что подожди, мне, кажется, у них, это реально семейное, знаешь. Мне и так передрях столько, что я уже эмоции мои закончились. Там и передрях, и перетрях. Это нормальная реакция твоей матери? Ну, она говорит, что это все бред. Я предупреждал, что надо было подготовить ее. Что не надо звонить, я сам с ней поговорю. Я очень возмущена. Я думала, у нее адекватная мать. Ну, как тут все будет нормально? Да приколи, вот так внезапно звонит незнакомый человек и говорит, а все, как бы. Меня расстроила реакция. У вас будет двойня внуков. Ну, мне главное, что Коля мой муж, а я его жена. И теперь Коля будет только моим. И никакие его мамы уже этому не помешают. На следующий день Коля уехал в Москву. Я попросила у него денег, ведь живот растет, и мне нужна новая одежда. Так он у него денег нет, он, вы же сами время. Только что рассказывали я верю, об этом, нет разве? Я держит свое обещание. Я пока не понимаю, кто у кого наеживает. Моим малышам уже 26 недель. Чувствую кто-то кого-то наеживает. Хорошо, только живот становится с каждым днем все больше. И от этого мне тяжело, и появился страх. Я стала бояться перевернуться или что-то не так сделать. Поэтому мне приходится просыпаться ночью, переворачиваться на бок, как мне хочется лечь, и ложиться обратно спать. Я начала разговаривать с детьми. Постоянно им рассказываю что-то. Мы с мамой уже даже имена мальчикам придумали. Решили назвать их Миша и Коля. Я хотела посоветоваться с Колей. Можно по было, кстати, Валера и Геннадий. Сказал, что ему все равно. Ну, как бы. После нашей росписи он еще ни разу не приезжал, и никаких денег тоже мне не переводил. И меня это все просто выводит из себя. Меня злит это сражает, то что Коля на все я хочу нормального отношения ко мне. Мама меня во всем поддерживает, и я ей за это очень благодарна. А сегодня она предложила мне поехать рожать в Москву, и это очень круто. Ну а тебе это не сложно будет организовать все? Значит, потому что на Коле надежды нет, он ничего не делает. Ну, значит, надо будет искать, созваниваться, завтра все узнавать. Потому что нам нужно, чтобы все было в порядке с детьми и с тобой. И, конечно, можно родить и здесь, но я считаю, что нам надо поехать в Москву. Там медицина лучше, варишь, будь кесарев, ей 16 лет, двойня, и поэтому... Конечно, переезжайте, тем более он там как бы обитает, почему нет? Живут. Я хочу, чтобы она родила в Москве. Мне будет так спокойнее, хотя бы немного. Я очень рада, что дети родятся в Москве, они родятся в столице, в большом мегаполисе. Я очень счастлива, что это произойдет. Только Колясик что-то вообще не в восторге от ваших вот этих вот всех замутов, как бы. Колясик-то вообще ночью в шоке. Я, как обычно, последнее время как сесть поудобнее-то, ё-моё. Все мечтала, как поеду в Москву. Обязательно позвоню о, сегодня идеально. В Коле и расскажу о наших с мамой планах. Надо думаю, вот так и развалиться и вот так рад. Чилить, понимаешь, вот так вот.
А чё, кстати, я вот, например, раньше никогда такие передачи не смотрел, а тут, значит, что-то прям так закатилось, думаю, да и посмотрю, что там показывают, вообще интересно. Ну вот я с Санькой в каменных рядах гуляла, там в кафешке Коль твоего увидела, с девчонкой как-то сидит. Ты серьёзно? Опа. Да, у меня фотка даже есть. Скинь, пожалуйста, фотографию. А вот это колясик Попадалова. Давай. А вот это колясика впалили, понимаешь, жестко. Так, подожди, что-то как-то надо сесть как-то поудобнее. Ну, Коля, ё... Да он шашлык. Сидит с другой бабой, когда я дома жду беременную его. Я готова растерзать и его, и эту бабу. Просто на месте. Это просто жесть. Я ведь даже не знала, вообще, что он в Кирсанове. То есть он лютый тип, мне понимаешь? Не сообщил. Кидал просто его не представляю, какой-то, что я сейчас с ним сделаю. Подожди, он же может по такой же схеме, значит, рассказать, что типа влюбился, опять же, привести в подъезд вот этот романтик на коврике устроить, который у них в подъезде там, да, типа, и чё? То есть, ну, что у него вообще в голове, типа, понимаешь? То есть, ну, как бы, вообще, без комментариев даже. Ну, никто просто в этой жизни, понимаешь? Может, тут на прыгать. Ну, вообще-то, я не должен перед тобой отчитываться. Должен, я твоя жена, вообще-то, законная. По закону. Ну, вообще-то я женился из-за того, что мама пригрозила твоя. Опа. Он охренел, мне сейчас настолько больно. А она сейчас еще и базу выдала, прикали. Я уже не могу из-за этого. Я сама справлюсь без него. Буду жить без него. Воспитаю детей без него. А мама? Не могу поверить, что она так могла со мной поступить. Давай, рассказывай, что случилось? С хуем случилось, вот что случилось. Захожу, а он там сидит, чаи гоняет. В кафе с бабой. Сказал, ну, что сказал самое главное, то, что расписался со мной из-за тебя, кстати. И, короче, сказал, что ты угрожал им полиции. Арин, я просто хотел помочь вам, чтобы все было нормально. Я же не зла тебе желаю, ты понимаешь? А ты понимаешь самое главное, чего он еще не подумал? Он же повелся на всю эту движуху, расписался. И, ну, типа, ему самому, как, ну, типа, морально, у него двойня должна вот-вот-вот на носу быть. Плюс они расписались, типа, то есть теперь он еще и будет элементы башлять официально, понимаешь? Еще и наполовину его бабла лишат, которую он зарабатывает. Ну, якобы 100 косарей, типа, работая в Москве. То есть, ему дуплет как бы уже прилетел, но он, видимо, вообще как бы не особо размышляет по всей этой ситуации. Как бы, да? Очень-очень странный типок какой-то. Ну вот тебе на спасибо за лайки, ребята, огромное. Я считаю то, что все из нее. Потому что если бы не она, было бы все сейчас хорошо. Мы бы не ругались, и, возможно, нас уже и не было. И я так не страдала сильно, как я страдаю на данный момент. Мне жалко свою дочь. Ну, но конечно. Я считаю, что я поступил правильно. Я все равно настаиваю на своем. Я не знаю, что делать. С Колей у меня все кончено, и маму я теперь вряд ли смогу простить. Впереди я вижу сплошной мрак. Мне сейчас очень плохо. Не, ребят, ну надо было заранее, на самом деле, тоже задумываться. У меня уже потому, начался что, ну, третий как? Триместр беременности. Я сильно набрала весе, прибавила об этом, уже заранее, 20 почему-то. Килограммов. Живот, мне кажется, стал просто огромным. И иногда мне тяжело даже наклониться. Конечно, двойня, ни хрена из-за себе. Из-за живота тяжеловато ходить стало. Если раньше я могла очень быстро ходить, то на данный момент я этого не могу делать. Потому что у меня там... Два ребенка, они начинают шевелиться и сильно шевелиться. А когда пенаться начнут, ты вообще больше в шоке, типа, мне кажется. Я просто начинаю задыхаться. Поэтому из дома я практически не выхожу. Да и настроения гулять совсем нет. Коля с тех пор так и не объявлялся. Сначала я жутко злилась на него. Не, ну по-свински, да, однозначно поступил. Даже готова его простить. Но он опять не отвечает на мои звонки. Почему ты не берешь с меня трубку? Да, Джоныч, так и есть. Когда все верно. Ты выйдешь на связь? Меня это раздражает. Ну, позлей как-то эмоции надо было. Чего ты опять шумишь, нервы трепишь своим детям? Зачем ты это делаешь? Я не трепу никому нервы. Что опять происходит? Давай погромче чуть-чуть сделаю. Я не знаю, вам как слышно. Нормально, нет? Бесит. Ну, кто знал, что он такой окажется? А вот... Никто вот... не знал, только... Ты должна подумать о своих... Кто, говорит, знал, что он такой... Так, окажется. А вот Джоныч Натрова знал, потому что он так и написал. Есть мужики, говорит, а есть...
Ну, то есть, вот Джоныч знал, если вы бы маякнули, он бы вам об этом рассказал, типа. Дети, а не о том, Коля, что там и куда. Понятно? Я знаю, что мама права. Я еще, конечно, злюсь на нее, но понимаю, что она все делает ради меня. Без нее я бы точно не справилась. Спасибо, ребят, за лайки, кто не забывает. Она и материально помогает, и физически, и морально, и вообще во всех планах. Вот, то есть, по сравнению с Колей... Не, ну а куда идти вас? Ну, типа, мать вроде как, нет? А мама делает все. Она мне и Колю, и всех изменяет. Абсолютно. Ну, я не знаю, как она будет с детьми, потому что сейчас, мне кажется, она никак вот не может. Сейчас пока без меня на шаг ступить не может. Не, ну вообще у них получается, у них бабушка-то на опыте, она что ж двоих воспитывает, вот и Арину, и вот, ну, сестру, которая, когда они друг друга называли вот словом на «Б». Сама понимаю, что он не ответит. А вот мама неожиданно решила поехать к его матери. Я тоже хотела, но она меня отговорила. Потому да, мне кажется, там без вариантов, ну, в смысле. Они меня везде заблокировали. Ну, конечно, без вариантов, если они гасятся, типа. Не в социальных сетях, я поехала в Балаклей. Я мама Арины. Я поняла, что вы мама Арины. Проходите. Как мы будем дальше жить? Детей растить, кормить, поить? За чей счет? Ну, вообще-то она ваш ребенок. Да? А Коль ваш сын. Слушай, а у них типа яблоко от яблони, да, типа недалеко падает. Ну, это мы с ним сами решим. Слова прям повторяют друг другу, что мать, что сынок. Я сюда приехала за 100 верст в этот дару. Вам сколько лет? 50. Это 50 лет в таком жить? Вам самому не стрёмно? Вам не нравится? Нет. Ну, знаете, тогда я вас не вижу. Вы знаете, в чем проблема? Надо работать. И если вы не можете работать, надо заставить своего сына работать. Я работаю, или еще как работать? Работаете. И что? Дальше что? Вы когда будете помогать детям? Меня интересуют деньги. Ой, ну, знаете, помогать детям. У меня он не один. У меня есть еще дети, которым надо тоже помогать. У меня нет. Слышишь, подожди. Я дико угораю. Она, короче, приехала теоретически к своему зятю. Это зять получается, да? Приехала к матери, короче, к матери мужа и ее дочери. Приехал уточнить насчет всех историй, типа, где взять денег, типа, на жилье, на квартиру, на еду, там, пропитание детей и прочее, прочее. И первая фраза, блин, где тут, говорит, живешь как в помойке, типа, ну, нормально вообще, нет? Ты вопрос приехал решать, типа, либо предъявлять, как бы, где живешь, какая разница, может, она кайф, может, она, это, знаешь, есть вот мусорщики, которые, типа, знаешь, хлам всякий собирают домой, то есть, может, она вот и жить, ну, типа, может, она кайфует от этого, не знаю. Коля, мне жалко детей, я солнышко, я не могу обогреть всех. Не в том возрасте, чтобы как бы еще этих содержать. Так давайте вы не будете не этих, а внуков. Я буду делать то, что считаю нужным. Это мой дом. Я вам пусть здесь дыра. Не надо. Не дом, закройте рот, пожалуйста, сейчас. И сейчас в кабину так. Оп. Понятно? У меня нет дома. До свидания, до свидания. Подожди, а леща никакого не прилетит, да никому? Своего сына, и мы будем решать вместе. Севиль, я не уйду отсюда. Я решу сейчас вопрос. Когда вы будете обеспечивать детей? Давайте мы закончим это. Нет, мы не закончим это. Вот, пусть собирайте. Соседи, я не буду ну, разговаривать. Зовите нет. Своего сына, мы сейчас я за не буду. Столом я не обсудим. Буду. Нет, я не буду общаться. Нет, вы пообщайтесь со мной. До свидания. И не буду я ничего делать. Не за будете? Такое отношение не буду. Вы? Будете делать. Не буду. Я вас заставлю это делать. Раз вы не меня заставить делать? Да. Сомневаюсь, что в 50 лет ребенок. Можно заставить да? Чего-то да. делать. А Коля ваш сын. И что дальше? Моему ребенку 16 лет. А вашему... Так никто не заставлял ее раздвигать ноги в 16 лет. А вашего тоже свою мотовилу доставать? Естественно. Мотовилу. Повлиять на своего ребеночка. Но если он не хочет жить с вашей дочерью. Да? Ну, вообще жесть, Джон. Надо я в шоке так. Просто. У них такой трэш лютейший. Объяснять ребенку, что да, когда ты ложишься с парнем в постель, от этого могут быть дети. Надо как-то объяснять это. Не, а как? Не надо уходить. Давайте пообсудим. Сюда, говорит, стопай. Алло, что? О, вот о, пришел, о, сладенький. Я же говорил, что кому-нибудь в кабину прилетит сейчас. Топором? Осуждаю.
Ванька, хорош снимать, понятно? Хорош снимать это все. Убери эти отсюда. Я тронь тебе их отсюда. Убери тебе. Я тебе. Ну-ка, шапки смотри. Хорош, говорит, снимать. Иди отсюда. А я про это тоже сказал, кстати. Яма, и они в этой яме сидят. Ничего они не будут делать, а он для своих детей ничего делать не будет. А после увиденного мне от него даже денег не нужно. Я ему могу подавать. К среду я не подаю. Чатик, ну мне кажется, эта история заслуживает твоего лайка на Ютубе. Ты успел прожать лайкочку? Если тебе нравится, прожимай. В моей жизни я их просто нет. Они для меня ноль, без палочки, все просто. Теперь, говорит, похоже на стрим шведа. Да-да-да. Вчера мама город Киршанов. А утром рассказала мне про все, что произошло. Не было бы камеры, убили бы и закопали, походу. Да вот, ну, что-то они люто налетели, да. Не факт, что это мои дети. Опа. Слышишь, вот я вообще не понимаю этого чувака. Смотри, не, понятно, например, данная ситуация, да, которую вот он сейчас, типа, загоняет вот эту всю историю. Мне кажется, это... стандартный отмаз большинства, значит, типов, которые могут попасть в такую ситуацию, знаешь, типа сначала там отрицание, вот это принятие, вот это вот сумма миллион тысяч, ну, понимаешь, да, вот эту историю, типа, то есть сначала он повелся, что, типа, ну, произошла ситуация, типа, да, она забеременела, типа, потом мать ее пришла, типа, запугала, он такой, ну, окей, хер с ним, я, типа, женюсь. А сейчас, находясь в браке, типа, отказываясь от всего, типа, и проплачивать, и там, деньги, там, и помогать детям, и прочее, прочее, он не находит ничего более гениального, как сказать, что это... А это не мои дети, типа. Мы с тобой не шоркались в подъезде, типа, я мотовилом своим... Ну, в смысле, как это работает вообще, чувак? Ты чем вообще думал, как бы? Жесть просто какая-то, я не понимаю. Ты из ДНК сделал, когда они родятся. Я не верю своим ушам. Жесть какая-то. Коля ведет себя как настоящий козел. Приколи. Прекрасно знает, что это его дети. Просто будто бы специально реально. Его выводят из себя. Типа. И у него это отлично получается. Я просто в бешенстве. Не думала, что он окажется таким подлым человеком. Вообще, говна пирога получается, ситуация какая-то. Ну, серьезно, как бы. Типа, давить у нее там уже, типа, все к родам движется, прикинь, и, ну, типа, мало ли, как это может повлиять, понимаешь, это, ну, типа, психология, она такая. Вынеси ему кабину нахер. Без нерв. Кабину ему вынеси. Да я поговорю с ним сейчас сама. А камеру, а снимать будут? Я с тобой... Двоечку. Все это время... Без рук. Двоечку пропиши ему просто, и все, как бы. Ты так поступаешь. Как последний... Ненавижу! Успокойся. В такой момент я его просто хочу убить. Я не знаю, что... Осуждаем неправомерные деяния. Я терпела долго, я руки не распускала. Но он пришел мне и говорит, сделаем тест ДНК детям. Да ты один у меня в постели, извините, был. Больше никого не было. И ты говоришь, что я изменяю, и что дети не твои. Я его просто ненавижу. Пусть теперь только попробую. Я говорю, это с его стороны это самое тупое движение. Детям вообще. Я его тоже не подпущу. Никогда. Не, вообще максимально не мужской поступок, я считаю, типа. Прошла неделя. Я потому что никак очень не опрометчивый и бестолковый человек получается. Подлецом. И что самое ужасное, что я все равно по нему скучаю. Мне даже самой страшно признаться себе в том, что я все еще надеюсь на него. Хорошо еще, что сейчас не так много времени думать о нем. Роды приближаются, а успеть нужно массу всего. Мы с мамой уже купили почти все, что понадобится малышам на первое время. На следующей неделе мы поедем в Москву. Третий скрининг я пройду там. И я хочу, чтобы до нашего отъезда у меня все было готово. Чатик, спасибо за лайки, кто не забывает на Ютубе прожимать. Вчера мы с мамой приехали. Подписывайся, в Москву, кстати, на канал, у наших если родственников. Любишь а передачи уже сегодня такие. Мы идем к врачу. Есть ссылочка на игровой скрининг. Канал, на Телеграм, на Дискорд, приходи. Надеюсь, что мой постоянный психоз из-за отношений с Колей никак не повлиял на беременность. И с малышами все хорошо. Арина, у вас два малыша. Первый они это знают несколько недель, как минимум. С правой стороны, головкой вниз. Сейчас мы послушаем сердечко. Второй малышочек лежит головой вверх, вот здесь, с левой стороны.
Сердечко второго, Маша. А нам на прошлом УЗИ говорили два мальчика. Видишь, это психолог или что просто опытный? Сейчас на посмотрим. Опыте, да. Да, давай посмотрим. Чисто на опыте, Рус. Для вас сюрприз. У вас две девочки. В смысле? Они же ждали вот двух мальчиков. В смысле? И вторая тоже. Миша, девчонка. Можете посмотреть на своих девчонок. Они еще хотели... Все у них хорошо. Типа, мы разбавим женский коллектив, типа, двумя мальчиками. Оказалось, опа, две девочки. А фига, какая третья позади где-нибудь там, знаешь? Мне говорят, что у меня две девочки. Я же купила все. Да, Джоныч, да, так и есть, по сути. Согласен. Да, это, конечно, нежданчик. Но на самом деле я рада. Ведь сначала я очень хотела именно девочек. И вот моя мечта сбылась. А, точно никто не скажет. Ну, по сути, после да. После УЗИ я сдала анализы и пошла на прием к врачу. Там же толком не видно особо-то, наверное. И там меня ждал очередной сюрприз. Все-таки мальчики, да? Из-за хороших результатов анализов мне порекомендовали лечь в больницу на сохранение. А, ну, на сохранение часто кладут. Не зря я решила купить все для детей. Как чувствовала, что до родов домой могу уже не вернуться. О, то есть месяц остается, получается. Я уже целый месяц лежу на сохранении. У меня ничего не болит, только живот иногда подтягивает. И в целом чувствую я себя хорошо. Хочется уже поскорее бы все вот это вот закончить и перейти на новый этап материнства. Ну, конечно, я чувствую себя мамой. Я беспокоюсь о детях уже на данный момент. И поскорее бы с ними встретиться, чтобы уже ухаживать за ними самой. И все делать для них. Коля за все это время так ни разу и не позвонил. Он даже не знает, где я и что со мной. И я, наконец, понимаю, что его это просто не интересует. Да, мама Коля по-свински вообще поступил. Я этому рада. А вообще мне уже ужасно... Может, он, конечно, одуплится, но лет через 50, знаешь, когда в старости поймешь, что... Тем более, что я действительно чувствую себя нормально. Ночь прошла как обычно, а утром со мной начало происходить что-то непонятное. Я надеюсь, сейчас не будут показывать меня никаких там... У меня в животе что-то лопается, из меня течет ручьем вода. Меня отправили на осмотр. На осмотре врач сказал, что так, у меня тут я еще перелистаю. И значит, надо там, рожать. По-моему, показывают, как кисарят. Халат, поставили КТГ, это мы с тобой не будем смотреть. Ну, не надо, и наверное. Я не знаю, может, схватки. Надо. Так, еще я перелистаю. Это по ощущениям, это... Я никогда не хочу больше эту боль ощущать. В операционной мне сделали укол в спину, но из-за схваток я его даже не заметила. И только потом поняла, что не чувствую ног. Походу, дело эпидуралку сделала. Я рожаю вообще? Мне говорят, да, ты рожаешь. Нет, давай пролистаем вот это вот. Как будто специально берут и тянут его. Мне не было больно, но я чувствовала это. И потом вдруг я слышу крик. Это такое классное ощущение. И мне достают и показывают мою родную дочку. Ну, а нифига, мелочь какая. Сначала одну, а потом вторую. Эпидуралка зло. Ну, да, типа. Потом детей унесли, а меня отвезли в реанимацию, так как мне делали кесарево сечение. И хоть мне сутки предстоит провести под капельницами без моих девочек, я все равно безумно счастлива, ведь я стала мамой. А я счастливая лежу. А такая, еще не на все. Я родила наконец-то. Это какое-то непередаваемое ощущение. Я просто счастлива. Да не, дети, это прикольно. Моим малышкам уже 3 дня. Из-за того, что они родились недоношенными, у них не раскрылись легкие, и они не могли ни дышать, ни есть самостоятельно. Поэтому первые 2 суток они провели в реанимации под трубками. И меня к ним пускали только несколько раз в день, и то ненадолго. Я постоянно плакала, около них ходила. Мне реально было больно. То, что дети лежат в реанимации, и ты не можешь ничему помочь. К счастью, сегодня им стало лучше, и их перевели ко мне в палату. И я считаю, это 2-м днем рождения Ани и Саши. Так мы с мамой решили назвать дочек. Теперь я начинаю осваивать все необходимое по уходу за детьми. Ну, хоть не Колей. Кормлю смесью, так как после операции мне колют антибиотики. И молоко детям давать пока нельзя. Сама чувствую себя неплохо. Первые дни после операции было очень больно, но сейчас мне уже гораздо лучше. После родов прошла уже неделя, а мы все еще в больнице.
Это все из-за того, что мои малышки родились недоношенными и первые дни провели в реанимации. Но сегодня нас наконец выписывают. За нами приедут мама и Алина. Коля, я тоже дозвонилась. Новогодний прикид такой, знаешь, типа маленький Деда Мороза. Но его эта новость не впечатлила. Когда я спросил, приедет ли он на выписку, он сказал, что он не приедет. В смысле, какой? Что я ничего не в курсе, про что речь. Он не хочет это. Я ничего, я нет. На выписку я не мог приехать, ну, помогал матери. Зассал, так и скажи. Ну что, как, научилась? Да, более-менее получаться стало. Не тяжело будет? Не знаю. Может быть, кто-нибудь поможет. Чечка. Но постараюсь сама. Вопрос на засыпку. Вот что ты думаешь? Ну, пока мы с тобой не досмотрели еще до конца этот выпуск. Колька-то вот этот вот. Человек, который не особо адекватно себя вообще в принципе ведет на протяжении всей вот этой истории, типа, он в итоге осознает своим неокрепшим умом, что у него родилась двойня. То есть, вот, ну, типа, дети. Чувак, у тебя дети родились. Или он так и будет тупить дальше и, типа, играть в несознанку в какую-то... Ну, вот, что ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментарии, если ты в записи смотришь, если на стриме, то на стриме пиши, пиши, в общем, мнение интересно. Ну, реальная ситуация, как бы. Я думаю, получится все. Ну что, пойдем, готово? Да. 50 на 50? Не, ну, как я понимаю, это реальная ситуация. Типа, живут дети, ну, не из воздуха. Такие маленькие. Спасибо. Как же я рада их видеть, даже Алину. Она-то, в отличие от Коли, приехала. И я ей за это очень благодарна. А Алина, это сейчас раз, которая насобачилась, да, типа? Вы еще болят, но сойдет. Все передача дуп лица в жизни вряд ли. Когда я взяла ребенка, были очень странные ощущения. Ну, кстати, да, мы же не знаем, а типа действительно ли полностью передача снята на реальных событиях. То есть, понятно, какой-то момент стопудово здесь типа реально, но передача-то снимается все равно, наверное, но это личное мнение, я не знаю, как на самом деле снимается, это просто личное суждение. Вполне вероятно, что под конец, может быть, каким-то сценарием они обыграют что-то, да? Что типа Коля одуплился, типа решил, типа, понять, простить, как говорится, всю вот эту ситуацию. Да? Ну, блин, этого мы не узнаем, к сожалению. Но будем надеяться, что это прям вот на серьезных щах снималось, так сказать. Она была очень легкой, и я боялся ее уронить. Вообще, Александр Санн — это свидетельство на жизнь для меня. И у меня эмоции такие, самые такие теплые, нежные. Аришек жалко, конечно, она расстроилась, что Коль не приехал. Но она ждала до последнего, что у него сыграет отцовские чувства. Ну, конечно, на выписку тем более. И она, конечно, у нее расстроилась очень. Она вид не подавала, но все равно все было понятно. Ну что, поедем? Поедем. Когда мы с дочками уезжали из роддома, я для себя точно решила, что Коля для меня больше не существует. Раз ему не нужны наши дети, значит, он для меня пустое место. А вот это правильное решение. Вот это молодец. Как... Мы уже 2 недели как все дома. Все правильно. Развиваются малышки хорошо. Счастье, это значит, не тот человек. Никаких проблем из-за недоношенности больше не появляется. Но вот справляться мне с ними пока очень непросто. Я поняла, что материнство — это реально тяжелый труд. А в моем случае — в двойном размере. Один ребенок поел, может заорать. Второй ребенок поел, тоже может заорать, потому что колики в животе у них. И одного успокаиваешь, второй орет, второго успокаиваешь, первый орет. Это только начало. Это только начало. Мама взяла отпуск на работе. А потом в 2 года, там, в 1.5 года, там, год даже, там, ух. Думаю, я бы точно ни с чем не справилась. Второй раздевать? Нет, еще там вода. Сейчас мой сладенький. Ты одежду туда приготовил? Да. Вот какую я приготовила. Угу. Отнесла туда? Неси. Положи Аню пока в кроватку. Потому что сейчас будешь полотенце. Когда 16, вот это жесть. Но там вообще, да. Ничего не получается. Она там будет вообще пипец. Не высыпается. Но я думаю, что это вот сейчас переборет она и все. Ой, слушай, я вот дико извиняюсь, знаешь, вот она, с учетом, что она на опыте, у нее тоже типа двойня была, да?
А то, типа, когда все в первый раз, типа, рожают, знаешь, у всех как будто все получается, все такие опытные, классные, типа. Ну, камон, ну, в смысле? Нормально. Вчера решила отправить Коле фотографии дочек. Подумала, да зачем? Вдруг в нем проснется хоть что-то человеческое. Но он мне даже не ответил. Когда я была беременна, я верила в то, что он изменит. Бестолковый тип, мне кажется, какой-то. Со мной. Во все я верила, во все сказки. А сейчас да не я сказок, считаю, но... что он мне такой уже не нужен. Пошел он раз по такое факту. Отношение ко мне. А зачем фотки тогда отсылать, если пошел он? Ну, как... Надоели. Может быть, наконец отстанут от меня и отцепятся. Поймут, что все кончено. Ну, с Алиной у нас после родов отношения улучшились. Она даже не иногда надо соглашается помочь мне с детьми. Не надо на Твиче показывать на мне еще. Она забавная. Да-да, очень. На кого вот она похожа, как думаешь? На меня или на Колю? Друг на друга. Ничего личного, но факт. Ну, конечно, но типа... Похоже, ты чё? Не думает нифига. Даже Саша смешно стала. Я рада, что мы с Алиной стали ближе. Теперь я понимаю, что мама с сестрой и есть моя настоящая семья. Да, моим ситуация. Моим девочкам уже исполнился месяц. Я полностью вжилась в роль матери. Кормлю я по-прежнему смесью. Сначала кормить грудью было нельзя, а потом у меня молоко почти пропало. Но я не расстраиваюсь, мне даже так удобнее. Я вернулась к учебе и все свободное время посвящаю урокам. Надеюсь закончить техникум и найти хорошую работу. Я хочу работать и буду. Я уже присмотрела пару работ, куда я могу вакансию подать, чтобы работать, чтобы жить в кайф. Коля за этот месяц так ни разу к детям и не приехал. Я уже точно... И ты понимаешь, насколько как бы все заморочено? То есть уже сколько было ситуаций, где, ну, типа, можно было давно понять, что он вообще, ну, типа, не тот персонаж, который вообще должен присутствовать в жизни, понимаешь? И все равно на каждом этапе, что, типа, на беременность, там, на родах, после родов, спустя какой-то промежуток времени, типа, она все равно там что-то отсылает, там, ждет, типа, от этого, типа, да ему насрать, понимаешь? Ну, типа, зачем? Зачем вообще тратить время на человека, который не тратит его на тебя, как бы не хочет тратить? Для чего вот эти вот, ну, зацикливания какие-то? Понятное дело, что, ну, тяжело, но как бы... Изначально, типа, не продумывалась ситуация, да, как это может быть, типа, потому что, ну, типа, никто тупо не хотел смотреть, видимо, вперед куда-то, но такое. Что решила развестись. А сегодня он приезжает к нам, чтобы завершить еще одно важное дело. Я тебе предлагаю такой вариант, ты сейчас напишешь отказную, что ты отказываешься от Анны, от родительских, типа. И мы тебя оставим совсем в покое. То бишь, никаких алиментов, ничего тебе не будет, тебя никто не тронет. А 18 лет будет Тарине, она разведется с тобой, и все. И гуляй. С уголовной как? Если ты переживаешь насчет тюрьмы, тебя не посадят. О, господи. Они тебе не нужны. Упор-то тип какой-то. Ну уж, если вы так хотите, могу написать, что. Пиши. Пиши отказ. Мне проще. Если, говорит, вы так хотите... У тебя паспорт с собой? Если, говорит, вы так хотите, ты понимаешь, он даже в этой ситуации не может повести себя как-то актуально, по-мужски, типа, если вы хотите, то я напишу. То есть он даже в этой ситуации ни о чем не думает. Абсолютно, вот как будто бы у человека отсутствует какое-то, не знаю, мышление, в принципе, типа. Жесть. Просто без комментариев. Вообще, я даже не знаю, что сказать. Если вы так хотите, да-да-да, это вообще дичь какая-то просто. Мельниковой Александра Николаевна и Мельниковой Анна Николаевна. Я в шоке просто, типа. Я вообще-то думал, что это типа как, ну, какое-то ток-шоу, там, ну не ток-шоу, а как шоу-передача. Я думал, что закончится все, типа, значит, нормально, типа, все помирились, там, подружились и все. Ни хрена, понимаешь? Ну, наконец, надеюсь, они меня не больше не будут... Доматывать, так сказать. Я до последнего не верила, вот что он согласится написать вообще. Отказную. И сейчас я реально рада, что он валит из нашей жизни навсегда. Я никогда вот не пущу пейл. Больше в свою сеть с такой как Колю, потому что такие не заслуживают вообще, по-моему, ничего. Они ничего и никто в этой жизни. Не, ну я по факту. Здесь по факту того, абсолютно. Я избавилась от Коли. Может, мне сейчас и тяжело, но я точно знаю, что с ним было бы только хуже.
В будущем я встречу мужчину, который станет мне хорошим мужем и заменит моим девочкам отца. Конечно, найдется нормальный тип. Саше мне никто не нужен. Я хочу сказать всем девочкам, что если вы хотите детей, но не уверены в мужчине, то не стоит его держать. Просто отпустите сразу. Слушайте, нормальные вещи говорит. Чего они не хотят, если вы можете сразу отпустить и жить в кайф. Ну, как-то вот, собственно, чатик, вот как-то так, понимаешь? В общем, если подытожить, то мне кажется, что чувак поступил максимально, не знаю, некрасиво, не по-человечески, и вообще изначально во всей этой истории, да, типа, можно было, ну, повести себя как-то по-другому, и... Все вот эти вот поступки на протяжении от А до Я, да, типа с самого начала, он вообще не думал ни про какую ситуацию, абсолютно не думал ни про последствия, ни о чем. Просто он хотел, знаешь, как там назвали у него, мотолыгу свою, хотел пристроить свою мотолыгу куда-то. И, ну, типа, это очень странно. Это вообще, это просто... Потом переобулся, когда к нему пришла мать, это девчонка, типа, да... Он согласился вроде помириться, потом мать пришла второй раз, он согласился жениться, и в третий раз даже под конец передачи, типа под конец уже, когда дети родились, мать говорит, ну давай ты напишешь типа отказной, типа, и мы не будем приставать там с элементами, со всеми вот этими делами. И он такой, не, ну если вы так хотите, типа я тогда напишу, окей, хорошо. Камон. Ну, мне кажется, этому типу просто будет, ну реально сложно, как бы, если он ведомый так во всем, как бы, да, то ему действительно будет проблематично, если он не будет думать своей головой о дальнейших последствиях, поступках, то... Ну, в жизни как бы будет много сложностей, на самом деле. Вот, собственно, как-то так. В общем, чатик, не забывай написать, значит, свое мнение по поводу этой серии. После окончания видосика, когда ты посмотришь, пиши в комментариях, что думаешь по поводу всего, что произошло у нас на просмотре передачи. Оригинальные серии «Мама в 16» и прочих-прочих передач ты можешь посмотреть непосредственно на одноименном канале «Мама в 16». Ссылочки есть в описании под видосом. И, собственно, приходи смотреть на наши реакции, на наши просмотры. Будем периодически смотреть какие-нибудь серии. Да? Как-то так. Спасибо всем, кто был. Не забывай прожимать лайкосик. До скорых встреч. С вами был канал Шведомет. Всем пока-пока, чат.